Основать совместное тюркоязычное телевидение в Туркестане намерены журналисты из братских стран. По мнению собравшихся, средства массовой информации являются мощнейшим двигателем укрепления и взаимосвязи между тюркскими народами. Еще 3 года назад на 4-м саммите Совета тюркоязычных государств в Бодруме о необходимости создания совместного тюркского телевидения высказался Нурсултан Назарбаев. Тогда предложение президента Казахстана участники Совета поддержали. Очень важно получать достоверную информацию из непосредственных источников. Мы мониторим все, что происходит в Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане через российские интернет-сайты. Но это неправильно, потому что не все, что публикуется в интернете, можно считать достоверной информацией. А мы это переводим и распространяем в Турции. Впоследствии это может нанести ущерб политическим взаимоотношениям между странами. Тем временем возникает вопрос, насколько казахстанские журналисты готовы к такой масштабной работе. К сожалению, нельзя сказать, что наши вузы готовят журналистов в полной мере. Если информационная интеграция между тюркскими странами будет развиваться, то обязательно всплывет эта проблема нехватки квалифицированных кадров, владеющих несколькими языками и знающих историю тюркских стран. В ходе форума журналисты, внесшие особый вклад в развитие международных отношений, были удостоены наград.